Хей, йоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху. Все, оно провисло. И мы продолжаем проходить игру по названием Лего Индиана Джонс. И у нас с вами в поисках утраченного ковчега. Четвертая миссия. А что, я вообще ничего не собрал? Ну ладно, история. Я хочу сейчас попробовать, я включил вертикальную синхронизацию. Будет оно лагать или нет? Ну эти, размытие вот эти. Невидимые хернюшки. Воды не набрал. Ладно. Ну, Индиана Джонс очень секует змей. Поэтому нужно... Так, давай, пускай он носит с собой книжку. Так, ну, да, Индиана Джонс тут ничего не сможет сделать. Поэтому нам только нужно этого использовать. Так, раз. Да. Так, мы сделали какой-то костерчик, его подпалим. А где княженцы? Окей. Да нет. Странно, где книжка? У этого типа была. Так, все это ломается. Мне вдвоем нужно встать? Нет, не работает. Значит, что-то нужно побольше. Так, туда мне навряд ли, кажется, никак не попасть, да? Угу. Только маленькие персонажи могут пролезть через люк. Не наступай, Индиана. Так. Нужна книга. Класс. А где книга? Книга была у меня. Куда ты ее подевал, чел? А, идемте обратно за книгой. Почему бы и нет? Вон книга как раз. Как мне туда попасть? Ну тут... А, не, если где залезть, ладно. Прикольно. Пошли к индианам. Так, сейчас будут какие-то загадки, как обычно. Да, книжка. Глаз, рука, крылья, сова. Глаз, рука, крылья, сова. Окей. Не, а лучше здесь за этого играть, потому что змеи вот эти будут мешаться только. Так, раз. Так, это не двигается. Так, я что-то открыл. Ну, тогда не буду брать. Мне кажется, оно сейчас для меня не очень так важно. Окей. Я буду все делать. Ой, бля.
Ладно, тихо. Я не думал же, что оно будет шевелиться. Не-не-не, чел, что ты делаешь? Все. Значит, это он шевелил меня, блядь. Так, готово. Ух, а здесь я не сделал, ладно. Моя вина. Так, ключик на той стороне. Давай ты пока возьми, сходи. Все. Так. Поехал. Вот это долго. Ну что ты делаешь? Ну ты тупой, что ли? Почему он ее трогает? Так, мне это раздражать начинает. Не может взять ее и просто отпустить. Так, там уже мы все сделали? Да, все сделали. Ага, тихо, стопа. А, здесь все нормально, все, значит. Так, а я допрыгнул? Давайте, короче, дойду, я начну запись. Так, ну давайте, поехали. Наконец-то. Наконец-то. Так, а, это мне нужно аж наверх занести. Окей. Ключик нужен. Это скоробей? Ну, похоже, что это скоробей. Либо пауки. Так, ладно, ключ. Зато у меня есть. Не трогайте вы эту херь. Фу, опущен мемика. Ай-яй, скоробки, скоробки. Серьезно тут? А нет, тут что-то есть. Я подумал, тут ни хера нету. Я уж подумал, что за фигня. Так, пошли теперь. Ну, припрыжка немножко, мне кажется, быстрее, да? Двигается. А, все, окей, сейчас. Сейчас будет все сделано. Так, поехали. Один глаз готов. Второй глаз готов. Откройся. Так, вижу какие-то дырки в этих кольцах. Так, как раз у нас есть с тобой лопата, да? Поехали. У него шапка еще падает. Ну, прыгает. Так, раз шар. Так, давай ты у нас хорош. Глаз, домино. Готово. А, все, увидел, что мне нужно было. Так, поехали. Теперь мне нужно доски. Доски, скорее всего, будут здесь, да? Да. И все, нам осталось только шарики эти засунуть внутрь. Так, поехали. Раз. Не, давайте, давайте это в последнюю. Оп. Два. И ласт третья. А, это ковчег. Да?
Бля, оказывается, это еще не конец. Ладно, тут девка, да, нужна? Девка нужна. Это ломается. Ломается, это мне, значит, не нужно. Так, Энди, походу, здесь ты должен мне уже помочь. Лучше здесь за тёлку играть, она выше прыгает. О, как раз. А я на чём спускай умирает из-за своих глупостей. Там проходец есть. Это я ради чего-то делаю или что? Да, ради этой херни. Окей. Так, не, Инди, здесь уже ты мне должен помочь. Лопата. Оп. Блин, Инди теперь с лопатой. Самое здесь тупое, это когда... То, что оно не выкидывается. То есть лопата мне будет мешать... Что-то здесь. Лопата и гаечный ключ. Все. Они что, сюда пойдут? Нет. Или да? Да нет. Я подумал, они уже сюда пойдут. Ой, да... Музыка мешает. Окей. Так, раз. Гайка, шар. Так, Индиана Джонс, копай. Боже, будет полвека копать. Так, у меня две детали. Как раз мне эти две детали нужны. Ключик. Ключик возьмет. Сейчас, подождите. А, ну, в принципе... Ладно, давайте на пятерку. Пускай музыка будет, потому что слишком громко, мне кажется. Ой, а то что, еще жив? Главное то, что он и не нападал. Так, здесь... Ага, все, она не падает. О, Диана, тебе не сюда, подожди. Ну, я, в принципе... А, мне обязательно их закрывать. Все, давай. В принципе, можно эту закрыть. Давайте эту закроем. И... Блин! А я навряд ли достану, поэтому пошлите отсюда. А грубики ломаются? Оу, я вас понял. Ага. Воу! Здесь уже с скелетиком выпало. Так, здесь проход? Проход. Так. Это ради чего? Походу, ради этой тоже хери. Тупая. Вот тупая. Чё, блин? Чего? А, вот ключ. Ну ладно.
Индиана Джонс, блядь. Ага, все, я понял. Тёлка, бери. Ну, знаете, пока что у нас никаких с этими херами нет проблем. А, у меня книжки нет, то все. Все отменяется, идемте нахер отсюда. Так, вижу, тут свет есть. Ну что, Инди, поехали. Как раз у тебя лопата есть. Теперь у тебя их две есть. Он копает очень долго. Долго. Так. Ключик. У нас не будет лопаты. Ах ты ж. Опять я потерял монетки и хп. А как мне... А как мне тогда туда забраться, алло? Алло? Ладно, давайте отсюда. О! Смог. Теперь я смог. Давай, Индиана. Нужны грузики, походу, чтобы эта херь поднялась. Так. Ох ты ж, ё-моё, я понял вас. Она пуляется? Она в меня пуляет. К ней забраться, как я понял, я не могу, да? Она ж меня даже не ударила. Оп, тихо. Оп. Прыгаем. Давай, 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 пуляй. Получай. Так, теперь мне нужен здесь Индиана Джонс. Так, а зачем он мне здесь нужен? Я не вижу смысла от него. Ну ладно. Уровень пройден. Открыта свободная игра. Всем. Салах. Пустыня. Мэрион. Вечернее платье. Авантюрист. Неважно, неважно. А, это вот это. Что в пирамиде, да, вот эти стояли статуи. С колледж. Полетели. Ну что? Давайте тогда прощаться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.